В общем, смотрите, вот эта вот деревянная штучка, я не знаю, как она называется вообще, что это, но я думаю, что его хватит для того, чтобы подставить вот сюда, под окно, то есть и для того, чтобы залезть. Мне сегодня сказала соседка, говорит, у тебя под окном стоит вот эта вот штучка, вот представьте. Она убрала ее, то есть у нас каждый раз постоянно ходят наркоманы здесь ночью, потому что у нас живет семья здесь неблагополучная с детьми, с наркотиками, тут торговля, полиция знает, но не предпринимает никаких мер. Вот мы в таких джунглях живем и постоянно вот боимся. То есть, ну, я вот, конечно, сразу попадаю под такую, под опасную, очень под опасные обстоятельства, так как нахожусь одна тут. Кто на огороде, тут еще где-то соседей практически нету. Вот, а вот окно, которое постоянно открывается уже третий раз, зимой ни с того ни с сего, просто открывается. Хозяина нету, он бросил свою квартиру. Вот, пишем везде в прокуратуру, пишем в полицию, никаких мер никто не предпринимает, не ищет ни хозяина, ничего не предпринимает.